Вот люди умеют сходить с ума. Еще одна машина странная. Что ж такое-то? Да? Ты мне нравишься. Птицы были моей единственной компанией. Второе, но я оставила их запертыми. Мои лекарства, когда они пели, голоса испарялись, но больше никто не выжил в этой агонии. Это жизнь как тюрьма, я устал. Птицы, у тебя были птички? Эта штука не работает. Вау, это тоже порталы. Капец, сколько всего. Вы чё, ребята? Закрыто, ладно. Тут клетка. Ну ладно, что-то не пускают никуда. А тут и не идет туда тоже. Хорошо, справа что-то есть у нас? Еще ключ какой-то. У-у-у, песок движется. Опять ты? Так, тупик. Печалька. Капец, что на фоне происходит, да? А здесь ничего нет? А, нет, все. Это повторение тех уровней, на которых мы были, мне кажется. Ну да, точно. Это так и есть. Ага. А обратно можешь? Ну ладно, пойдем сначала сюда. Посмотрим. Чё так ярко-то, блин? То темнота была. Темная темнота, а теперь супер ярко. Класс. Спасибо, игра. Одобряю, да, вести меня в тупик. Это же так сложно. Ну ладно. Надеюсь, внизу что-то поинтереснее. Лестница, да. Это моя любимая в этой игре. Можно еще что-нибудь потянуть. Окей. И зачем? Да. Молодец. Замечательно. Молодец, игра. Спасибо большое. Ты очень помогаешь. Хотя я поняла, в чем прикол. Давай еще раз. Я делаю немножко неправильно. Хотя какая разница? Ну ладно. Я не поняла, какая разница. Ну давай сделаем, как игра хочет. Так. А ты что делаешь? Ага, понятно. Все правильно я сделала, все правильно. Как же тут ярко! Как будто какая-то галактика на фоне вращается. О, стой, стой, стой. Вот, что это?
Хватай. Хватай! Он не берет. Ты дурак, что ли? Бери. Да, парень, я что сюда шла-то, чтоб ты не взял? Посмотри, какой, а? Он не берет. Ты дурачок, что ли? Это нормально? По-моему, это ненормально. Что сейчас происходит? Офигеть просто. Может, я не в той последовательности начала это все искать? Отстой, короче, я не поняла. Ну ладно, не хочет, не надо. Но это, конечно, странно очень. Я, в общем, вышла из игры, она мне перекинула прямо на начало уровня. Я подумала, что-то я делаю неправильно. Может, попробуем спеть что-то птичке, может, что-то не то. Я не знаю, почему он не брал предмет. Я подумала, что это баг, но я не хочу опять туда идти и проверять. Потому что вдруг что-то не то мы делали там. Так, я попросила птичку поменять ветер, но ничего не произошло. Я думала, эта штука сзади будет вращаться обратно, но нет. К сожалению, нет. Эта штука тоже не нажимается. Так, это мы с вами читали уже. Хотя мы можем успеть сюда добежать, может быть. И... Так, секунду. Вот смотрите, тут 5 записей и 5 книжек нарисовано. То, что мы нашли, это вторая книжка. Возможно, их нужно собирать по порядку. Возможно, так. А, нет, я не хочу выйти. Возможно, сейчас мы попросим птичку остановить время и быстренько пойдем туда. Не знаю, посмотрим, сработает или нет. Я вообще забыла, что мы там первой мелодии делали. Вы не помните? Что там происходило? Так, быстрее, 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 быстрее. О, отлично получилось. Ура. Вот, теперь заработало. Хорошо. Один глазик открыли. Неплохо, неплохо. Так, теперь мы пойдем искать эту карандашик, да? Блин, да нет. В общем, я этого не буду вам показывать. Просто возьму книжку и вы все сами увидите. И он не берет эту книжку. Представляете, что за гадство, да? В общем, я чувствую, что это, блин, последний уровень, но... Что-то силы меня покидают с каждым шагом. Так, ну тут, блин, явно нужно поменять направление. Так что мы попросим птицу. Не знаю, если как бы карандаш этот не возьмется, а это не карандаш, это, скорее всего, флейта даже. Да, книга с флейта не возьмется. Ну, игра будет не пройденной, получается. Попробуем, в общем. Да, теперь она показывает туда. О, кнопочка. Так. И чё? Ау. Я не поняла. Ничего не изменилось как-то. Здрасте. Где моя книжка? Вау. Мне нужна книжка. Совушка, где моя книжка?
Я нажала или я не нажала, я не понимаю. Но книги же нет, может, назад надо пойти. Ух. Нет, говорит, не надо тебе назад идти. Так, теперь у меня есть мысля, что надо обратно поменять время и... И чё? И... Там был столб, он, скорее всего, опустится. Вот. Сейчас проверим. Так. Меня расстраивает пока, что ту книжку он не брал. И эту, смотрите, он тоже не берет. Я что-то не то делаю, похоже. Чё ты не берешь-то, блин? Класс. Я не понимаю, короче, что происходит. Почему он не берет? Наверное, просто надо брать их по порядку. Вот все. Нет. Потому что... Да, видимо, я перепутала. Вторая — это клетка, третья — это флейта, которую я называла карандашом. Я, в общем, все правильно сегодня сделала. Клетка там, понятно, нужно использовать первую мелодию на птичке, и она что-нибудь починит нам там. Правильно? В общем, пока этот уровень меня больше всего напрягает. Типа, какая разница, в какой последовательности я буду брать типа предметы, ну... А ходить туда-сюда, делать одно и то же, это прям, ну, не клёво. Хорошо, пойдем туда. И что вот с птичкой делать? А, птичку мы взяли, кажется. Да? Так, все, лестница. Это был наш первый уровень, если вы не помните. Да, светящиеся яйца на стенах. Еще лестница. Там что? Ага. Тяжело, да? Тяжело? Ничего, ничего. А я же не смогу перелезть через нее потом. Может, я что-то не то делаю? Так, друг, а что дальше-то? А, вон книжка, смотрите. Возможно, я что-то не то делаю. Так. А мы отсюда поднялись? Помните, нет? Сейчас посмотрю. Ну, да. Отсюда. Хорошо. И как тогда нам быть? Ну, возможно, надо поставить рядом с лестницей, и потом мы как-то упадем справа от нее. Возможно. Не знаю. Пойдем. Скорее всего, так и должно быть. Ага. Так, ну вот, собственно, да. А что слева у нас? Ничего, ладно. Пойдем сделаем все как правильно, как надо. Не время для экспериментов. Отлично. Под конец игра так прям вот намекает, что она не для слабаков, да? Так, и чё? Типа... Нет, отпусти. Ладно, я поняла. Я поняла, игра просто тролло. Сейчас мы упадем прямо на этот кубик. Оп!
Как ты мог? Как ты мог промахнуться? Подожди, и чё? Надо его отодвинуть, что ли? Блин, игра, ты чё? Прекращай со мной это делать. Ну, не знаю, может так как-нибудь. Ну, в этот раз-то нормально будет? Нормально, хотя и тупо, блин. Ура, вторая книжка. Хорошо, осталось три. Три. Да, возможно, видео придется поделить на две части, потому что как-то долго проходит это все. Три — это как раз флейт, так что мне опять придется делать все эти дурацкие манипуляции. Ну ладно, осталось две книги. Какая следующая идет? Наверное, то, что с песками. Потому что у нас всего четыре двери тут, правильно? Это... Ой, что это за изображение? Подожди. Тут у нас клетка, тут у нас птичка, тут у нас ключик, а тут флейта. А что это такое? Nothing survived my agony, not even you. Ничто не выжило после моей агонии, даже ты. Нет такой двери, ребят. Птичка. Птичка. Возможно, вниз надо пойти. Может, что-то внизу мы пропустили. Хотя не знаю, что... О, вот чё, череп какой-то. Ой-ой-ой, вот она. О, ладно, это было проще, чем я думала. Хорошо, в последней мы уж всё сделали, надо просто забрать её, сходить. И всё. На этом, наверное, мы закончим. Ага, записка. Лодка и семя ждут меня со воспоминаниями о прошлом. Но ты же ничего не забыл, я так думаю. Что же будет в конце, а? Ой, да ладно! Вы серьезно? Так ладно, этот уровень меня просто бесит. Вот, что хотите говорите, но он меня бесит. Аллилуйя, братья и сестры, чудо свершилось. Я собрала все пять книг. И года не прошло. Ну и что, адская машина? Что ты мне скажешь? Меня раздавишь? Оу. Супер. Опять не может быть. Они забрали семя. А, так же, как вода забрала... Вода забрала и у меня. А, невиновен, дурак. Нет больше семени и не было. Только твоя глупость думать, что это реально. Голоса, шепотки.
Что они думают, что они знают обо мне. Ты всегда всего боялся, и хуже, ты всегда прятался позади того, что ты пишешь. Я жил жизнью, которой жила она. Я чувствую боль, которую она оставила. Всегда какие-то оправдания. Ты виновен в своей беспомощности. Все в твоей голове. Они мои. И они ее, эти шепотки в моей голове. Подожди в воде и думай о лодке. Спи, чтобы никогда не проснуться. Используй семя. Все одновременно. Я принял мои лекарства. Типа, отдохнул на своем столе и ждал. Я собирался увидеть свою мать. Вина и тень. Да, получается, нет. Подумала, два человека делали игру. Хотя... Может и так. Может и так, да. Что ж, надо сказать, что в заключение этого... Хорошая ли игра? Я думаю, игра хорошая. Как история, как то, что... Нужно пережить с героем, нужно открыть с героем. Да, в этом плане игра хорошая. В плане геймплея, конечно, игра скучновата и действия однообразны, но это скрашивает стилистика игры, скрашивает пейзажи, передний план. В общем, вся рисовка, она неплохо отвлекает от того, что геймплея, по сути, никакого нет в игре. Ну что там, 3-4 кнопки ты жмешь, да, не особо что-то меняется. Игра вначале была скучновата, но потом она как-то развивалась и становилась интереснее. Под конец она меня, конечно, бесила, последний уровень, это жесть. Если ты нашел книгу в одной комнате, прогресс во второй комнате тебе не сохранялся, и тебе приходилось все делать заново. Почему надо было собирать их по порядку, мне тоже непонятно, эти книги. Ну, в общем, кроме последнего уровня, игра хороша. Я не жалею, что я в нее поиграла и с вами поделилась. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Посмотрим, что еще подобное мы сможем найти в будущем. Ну, или не совсем такое уж мрачное и с таким маленьким геймплеем, но что-то тоже интересное. Спасибо, что смотрели меня. Всего самого хорошего и пока-пока.